А, хотя сейчас 2 патрончика, всего 0 патронов. Сейчас посмотрим этого зомбаря. Прям я специально медленно буду ехать, чтобы увидеть его. А, вот он, вот. А что так, это голова вообще или что? Странно, странно. Зомбарь вроде бы обычный. Либо это, слушай, это не голова его, а туловище, наверное. Да, да, да. Это туловище зомбака. Угу. А похоже на голову, да, это туловище. Понятно. Да, Дуда, Дуда, да, Дуда Плей, Дуда Плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем нашу игру «Машинки против зомби». И сейчас мы можем приобрести коробку передач улучшенную. И что ж, поехали. Я надеюсь, теперь мы можем проехать. У нас улучшен двигатель, улучшена коробка передач. В принципе, мы должны доехать до нашей второй точки. Да, машина вообще стала, смотри, как ехать быстро. Она мощная. Все разносит на своем пути, прям вообще ничего не замечая. Практически. Да, машину мы улучшили, прям чувствуется. Прям несется она нормально. Вот, и здесь мы сейчас пробьем, наверх залезем, залетим. Вот так вот у нас монстр-автомобиль превращается. Потихонечку, потихонечку мы его, конечно, улучшаем. Ох, нифига его там колбасит, а. Давай. У нас еще есть немножечко ускорителя, но мы пока... Ой, надо в определенных моментах его использовать. Вот, вот здесь, например, смотри. Оп. Ускоритель закончился, ну, у нас... Зато мы проехали много, хорошо. Что у нас там по бензину? По бензинчику у нас, в принципе, еще много бензина. Я надеюсь, мы проедем. О, смотри, мы уже проехали... Мы едем там, где мы еще не ездили. Так, к сожалению, ускорителя нету. И вот мы тратим очень много энергии. Все, бензик закончился, ребят. Ну все. Приехали, приехали, называется. Ох, ну зато сколько нам денег дали? 318 тысяч. Офигеть. Но мы на них не можем ничего купить. Потому что мы только что потратили все деньги. Ладно, едем дальше. И день 483. Отправляемся. Сейчас более разумно будем использовать ускоритель. Такими рывками, рывками ускоритель использовать. Чуть-чуть. Так. Опа. О. Сильно. Сильно не увлекаться. Да, вот где свободное падение, там вообще использовать ускоритель очень хорошо. О. О, смотри, видишь, как мы проехали, прикольно, да? О, отлично, прям вообще нормально. Все, и таким макаром мы аккуратненько доедем куда надо нам. Во-во-во-во, смотри, смотри, офигеть. Все, хорошо, видишь, как у нас, смотри, и бензика много. О, все, кончился ускоритель, ладно. Ну, мы доедем все равно. Блин, вот здесь плохо. Надо бы наверх бы нам как-нибудь подняться. Ну, ладно, будем пробивать просто этот все, да и все. Так будет даже лучше. Так, спускаемся вниз. Что здесь видим у нас? Тоже какие-то всякие корякулы понастроили зомбаки нам. Чтобы мы не прошли. О, вау-вау-вау. Ускоритель утерян. Им приехали на такой штуке. А, и колесо отлетело. Офигеть. Прикол. Прикол. Все, пройдена контрольная точка. Отлично, я вас поздравляю. Смотрите, мы практически приблизились. Офигеть. Практически мы доехали уже. Улучшаем. Давай. Улучшим, конечно же, ускоритель. Так, ну и в принципе все. Еще немножко, и ускоритель будет на максималке. Что ж, давайте посмотрим, проедем. Посмотрим, где же нам предстоит кататься. Вот здесь вот у нас, да? Интересно, так давай аккуратненько. Что за такое за место у нас здесь? Ого! Ух ты, нифига какое падение здесь есть. Так, посмотрим, что у нас тут интересное. Зомбаки.
мелкие все зомбаки. Этот прыгает, что-то маленький пытается. А что за башка большая? Тут зомбарь какой-то был? Я даже не увидел, прикинь. Что за там за зомбарь стоял такой? Офигеть. Прям тут какие-то огромные зомбари будут. Во, вот это прям огромный, да, большой? А интересно, там главарь будет интересно у зомбаков? Какой-нибудь вообще монстр, монстр большой. Мне интересно. Давай, 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 машинка, давай. О! Отлично. Слишком медленно. Давай, так ускорься. Давай, давай, давай. О, смотри, у нас бензин закончился. Ах ты, ё-моё, закончился бензин. Ну, проехали тоже нормально. 390 тысяч нам дали. Что мы можем купить? О, давай полностью тогда прокачаем ускоритель. Все отлично. Ускоритель у нас прокачан полностью. Поехали. О, 485 день. Офигеть. Давай, монстр, машинка. Ух ты. Давай, давай, давай. Едем, едем, едем. Угу. Ух ты. Смотри, как здесь не очень комфортно. Здесь ускориться можно. Очень много всяких баррикад настроено. Прям очень большое количество. Ой-ой-ой, что за тут за место такое? Вниз падаем? Офигеть. Давай, давай, едем вперед. Очень много баррикад, прям очень много. Смотри. Не так-то просто это все проехать. Да, прокачивать надо будет. Да офигище, я смотрю. Прям вот эти монстры. Да, и, наверное, мне автомат надо будет прокачивать, слушай, да. Без автомата никуда. Столько монстров бегает. Так бы мы бы их отстреливали, да и все. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, все, ускоритель закончился. Ой, как же здесь тяжело-то проехать. Давай, давай, вперед, вперед, вперед. 370 тысяч добавили нам. Ничего нельзя купить, абсолютно, представляешь? Ладно, будем собирать деньги, будем собирать миллионы. Миллионы денег. Тогда мы сможем что-нибудь докупить. А так пока ничего. Абсолютно. Вот такой вот у нас монстр автомобильчик. О, давай, давай, едем. Угу. Так, давай, давай. Мочи всех зомбарей. Такой вот у нас машинка такая у нас. Которая все хочет проехать и мешает зомби. С первой серии мы чувствуем эту любовь к нам, зомбаков. Ускоритель закончился. Все. И давай бензин уже, наверное, сейчас закончится. Да и все, что ждать-то. Все, давай машинку сейчас повернем. Вот так. Опля, и все. А хотя, может быть, даже немножечко и проедем. Во! Вау-вау-вау, да мы тут еще можем много ехать. Так, а здесь мы сталкиваемся с этой баррикадой. Да, нам нужно улучшать именно нашу пробивную способность нашего автомобиля. Вот. И мы вернулись сюда и смотрим, что мы можем здесь купить. Пробивную силу, да? 500-ка стоит. Берем пробивную силу и едем дальше. Так, 487 день, ребята. У нас уже, мы уже с пробивной этой мощью. Так, а здесь мы что-то застряли. А ну-ка. А, офигеть, нас вернули в гараж. Долго мы что-то там стояли, думали. Вернули в гараж. Все крушим, все уничтожаем на своем пути. Давай. Мощнее. Мощь. Смотри, что за башка такая, видите? Нет, смотри, мы эту бошку катим, не знаю. Что это за башка такая, смотри. Не знаю, не знаю. Я вот этого монстра не успеваю посмотреть, разглядеть. Вижу только его башку. Большую. Такую я не видел ни разу. Вот зеленые у них, да? А белые. Седые. Со шрамом. Такой не видел. И что это тоже зеленая башка. Так, ладно. Надо будет запомнить, что вначале надо поставить какого-то зомбика, как он выглядит. Давай, 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 давай. У нас же пробивная сила. Ты чё, давай, поднимайся. Надо, короче, и колеса нам прокачивать. Давай, давай, вот смотри, смотри, видишь?
Вот тебе пробивная сила прокачанная. Какой-то зомбарь зацепился, и все. И машинке стало очень тяжело. Ладно, отправляемся дальше. Едем. И сейчас я буду аккуратненько вначале ехать и хочу посмотреть этого зомбака. У нас же патроны. Ой, стреляет, он, наверное, его убивает, я его не вижу. Где этот зомбарь большой? Сколько у нас? Хотя сейчас два патрончика, всего 0 патронов. Сейчас посмотрим этого зомбаря. Прям я специально медленно буду ехать, чтобы увидеть его. Вот он, вот. А что так? Это голова вообще или что? Странно, странно. Зомбарь вроде бы обычный. Либо это, слушай, это не голова его, а туловище, наверное. Да. Это туловище зомбака. А похоже на голову, да, это туловище. Понятно. Все, закончился бензин. Давай еще раз проедем, еще раз попробуем. Давай, поехали. День 490, нифига себе. Что, 500 дней, что ли, будем ездить, да? Фига. Так, опять сейчас здесь застрянем, смотри. Опа, и застряли, нет, проехали. Давай, машинка. Я в тебя верю. Зомбо-монстр. Вот, крушим всех монстриков. Вот спортсмены, видишь, у нас бегают. Рабочие, спортсмены, вот еще вот зомбарь. Давай, ускоряемся. Фига, вот огромный такой автомобиль у нас там, монстр. Все, давай, ускоряемся. Ой, перевернулись. Что-то у нас отлетело. О, броня летит, смотри, нифига себе. Броня отлетает только в путь. Только так отлетает вся броня у нашего автомобильчика. Давай. Вперед. О, зомбари. Угу. Прикол будет, если мы не доедем с полным усовершенствованием. Едем дальше. Давай, знаешь, прокачаем колеса. Вот, да. Более мощный... Ух, нифига, какие колеса, смотри. Вот это я понимаю, у нас монстр-машина с такими колесами. Ух, какой мощный, а? Мощный трактор у нас. Давай. Все. Теперь мы должны вообще все крошить, уничтожать. Давай даже. Автомобильчик мощный. Пробивай все на свете здесь. Ох, нифига, смотри, какая мощь, а? Все, всех зомбарей мы сейчас уничтожим. Угу. А у нас защитка, интересно, броня полностью прокачана, надо будет посмотреть. Надо будет прокачать тоже. Хотя ускоритель полностью прокачан. Давай, колесики. Не зря же я вас ставил сюда. Ну тяжело все равно автомобильчику. Нужно еще движки прокачивать. Давай, еще чуть-чуть осталось. Тут, видишь, бежит монстр сзади. Малыш. Спортсмен. А чё, что не прицепился? Чё, что упал-то, а? Все, бензинчик закончился, да. Закончился бензин и закончилась серия сегодняшняя. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. В следующей серии мы пройдем наконец-то эту карту, ребята.